Привет, вы смотрите канал «Просто детки», и мы сегодня с вами будем очень интересную игру, которая называется «Дики. Высокое напряжение». Версию для всей эпизоды, и поэтому начнем постепенно проходить ее. То есть сегодня мы запишем с вами эпизод 1, серия эпизод 2, ну и потом эпизод 3. Купим, что же это за игра. Видим, здесь нам доступно 16 уровней. А что они из себя представляют, сейчас увидите. Вот описание. Нам нужно прокачивать отдельные части, чтобы соединить их в единое целое. То есть все знают, что ток идет от розетки к какому-то прибору. В данном случае у нас провода между розеткой и лампочкой получается, что как разобраны. Поэтому нам нужно их, правильно поворачивая, соединить. Вот, это пробный уровень, поэтому здесь все очень-очень легко. Следующий уровень уже это будет не обучающий. То есть видим, что у нас 0 очков. За прохождение очки не дали, потому что был уровень пробный. Начинаем уже уровень 2. И здесь он уже на время. То есть у нас есть минута и количество поворотов 40. Ну что ж, попробуем. Вот видим, все они разорвались, эти цепи. То есть чем меньше мы времени затрачиваем, тем больше очков получаем. Вот они у нас тикают. Ой. Все. Таймер остановился. 64 715 очков. Прикольно. Мы получили 3 энергии за прохождение этого уровня. Видим, он помечен 3 энергиями. А где же у нас тут энергия? А в пробной версии была, ну, был таймер энергии. Вот, получается, 3 из 45. Если пройдем все 15 уровней, то у нас будет 45 энергии. Ну что ж, идем дальше. Здесь нам дается уже минута 20 и 50 вращений. Ого, смотрите, тут уже 3 лампочки. Ничего себе. Наверное, это будет сложно. Давайте попробуем так. Так, первую лампочку мы подключили. Ведем цепь ко второй. Вот, она тоже горит. И тут же третья. Смотрите, оказалось не так сложно, как казалось. Каламбурчик такой. Вот, великолепно. С тремя, ну, обычно в играх звездочки, но здесь энергия, потому что это фиксики. С тремя энергиями этот уровень прошли. Приступаем к четвертому. Поехали. Так, опять у нас минута 20-50 ходов. И опять 3 лампочки. Интересно, неужели будет дальше больше? Так, ну, похоже, что здесь, наверное, нам нужно будет выключать эту лампочку. И как-то тянуть розетку в другое место. Ой, я что-то не пойму. Нет. А может и да. А, точно, вот так надо, смотрите. Правда, я пока не уверен. Ага, вот, все правильно, догадался. И вот третье. Сразу вообще непонятно было, правда ведь? Мы много времени потратили, но зато все-таки сделали это. Ой, 2 звезды. Нет, нет, не, нам это не подходит. Давайте попробуем еще раз. Потому что 2 звезды нас не устраивают. Быстренько переиграем. Потому что настоящие фиксики должны проходить все максимально правильно. Ой-ой-ой. Только что-то пока здесь как-то оно не клеится у нас. Ну-ну-ну. Ага, это каждый раз уровень, получается, меняется. Что-то я прозевал. Вот. Нет. Вот. Все, наконец-то. То есть видно, что уровень не повторяется один и тот же, а уже новый. Но что ж ты сделаешь? Пробуем пройти его еще раз? Нет, нам нужно только 3 звезды. Ну что ж, друзья, я думаю, вы потерпите. Так. По-моему, этот уровень все-таки должен быть чуть-чуть полегче, смотрите. Вот первый мы уже запалили. Вот, вот так вот. Все, смотрите. Вот так легко все получилось. Наконец-то. 3 энергии у нас в карманчике. И столько много очков. То есть быстро его прошли.
Так, мы отзывы не будем писать. Мы так эту игру купили, поэтому они так должны понимать. Если мы ее купили, значит она нам нравится. Правда ведь? Итак, приступаем к пятому уровню. Нам уже даются аж минута 30. Ничего себе, наверное, сложный уровень. Хотя я бы не сказал, что он сильно сложный. Так. Куда здесь что нужно подключать? Я даже не пойму пока месть. Честно, пока не пойму. Это нам не подходит. Это тоже. Получается, вот так, наверное, нужно цепь вести. Точно. Тут у нас будет тройник стоять, на него вот так вот лампу. И здесь вот так вот. Вот, отлично. Смотрим, сколько звездочек. Опять две звезды, что ж ты сделаешь? Интересно. Дай уровень. Путим такие, казалось бы, несложные, но мы почему-то не успеваем. Так, ну что? Давайте. Сделаем вот так, попробуем. Вот, все. Одна лампочка была, поэтому это было несложно. Великолепно. У нас рекорд 93 800 очков. Больше еще не было. И 3 энергии. Ну что, с тому уровню. Опять у нас 1,5 минуты на его прохождение. Ой-ой-ой, вот это уже было сложно. Давайте попробуем так вот. А как же тут что? Не, наверное, все-таки не так. Иначе зачем бы здесь было столько проводков? Не все ведь так просто. А как же здесь? Ага, вот сюда. Вот, теперь точно. Ну, должно быть 3 звезды, если я не ошибаюсь. Смотрите, мы... Нет, 2. Так мы же управились за 26 секунд. Ну, негодяи, а? Обманывают нас. Давайте пробовать еще раз. Ведь мы же хотим заработать все звезды. 4 лампочки, ничего себе. Как это можно все пройти, вот скажите. Не-не-не, это не сюда. Значит, как-то нужно... вот так, что ли. Пробуем пока мест так. Чувствую, что придется опять переигрывать этот уровень. Он очень сложный. Да, вот смотрите. Вот у нас все 4 загорелись. Но время-то много прошло. Скажут, что мы опять лентяи. Да. 2 звездочки. Попробуем еще раз, пока нам не попадется тот уровень, который мы сможем пройти с 2 звездочками. Через 3. Потому что это все так тянет на 2. Это у нас цепь готова. А, так этот уровень у нас уже был. Мы его уже собирали. Так. Только почему-то. Вот так. Вот, все. 1.05. Ну, 3 звезды. Слава тебе, Господи. Ну что же, пойдем дальше. 7 уровень. И опять минута 30 у нас. Ух ты, 5 лампочек. А как же их все проходить? Кто знает? Я пока не знаю, если честно. Тем более, ладно, еще просто их пройти. Так еще ж нужно успеть за время. Вот как это сделать? Ну, мы видим, что нам там много дали очков. Вот. Отлично, 5 звезд. Чем больше звезд, тем... Чем больше лампочек, тем быстрее его проходим. 102 тысячи рекорд. Ничего себе. Мы молодцы. Прошли уже с вами 7 уровней. Так, приступим к 8-му. 8-й... Ого, уже минута 40 и 70. Количество ходов. Когда пройдем 8-й уровень, это уже будет половина. Так. Не, наверное, как-то нужно вот вести сюда. Так, есть. Еще раз. Получается. Все, главное понять, как вести провод, а уже его потом повернуть, это не проблема. Вот здесь я сразу понял, как это делать. И видите, великолепно. С 3 энергиями мы этот уровень прошли. И 108 тысяч очков заработали. Хотя бы... Зачем, я не пойму.
могли бы сделать там 5 очков, там 20 очков, а тут прям 108 тысяч. Чтобы легче было считать, точнее, чтобы детки учились считать. Ну что, друзья, поздравляю, половина этого этого эпизода, если правильно его назвать, пройдена. 8 из 16. Девятому. Так, уже у нас опять минута 50 дается. Так, и главное вначале запоминать, как же они были все повернуты. Ой, опять не туда. Вот так вот. Как все сложно, да? Вроде бы лампочка рядом с розеткой, а чтобы ее включить, нужно потратить кучу-кучу усилий. Ну что, три? Да, три энергии. Молодцы мы с вами. Пробуем играть дальше. Так. И, кстати, кто не заметил, у нас, видите, 119 тысяч очков. Это опять у нас рекорд. Ну что, переходим к 10 уровню. Уже 2 минуты нам здесь даются. Ничего себе. Наверное, очень сложный уровень какой-то. Сразу не теряя времени, приступаем к его прохождению. Ой. Так, так, так. Вот. Осталось нам одну лампочку поставить. Наверное, она будет вот так вот светить. Все, видите как? Вначале вообще было сложно, а потом, когда уже разобраться в игре, то не так уж оно и сложно. Главное понять смысл, как вот оно все устроено. И смотрите, 149 557 очков. Ничего себе, скажете вы. У нас получалось только очков набрать. Хотя я уверен, что дальше будет еще больше очков даваться. Так, пробуем. 11 уровень у нас уже. Так, опять у нас что-то сложное. Так. Вот так вот как-то, наверное. Я не успел глянуть. Возможно, придется уровень переигрывать из-за этого. Ой. Ну что? О, нет, все отлично. Хоть я не успел увидеть. Ага, отлично, не отлично. А две звезды, две энергии нам дали. Нам это не подходит. Еще раз 11 уровень. Ну что, опять будет сложно, надо будет через всю карту все вести. Смотрите как. Так, это у нас получается, это тоже, и последняя лампочка. Все, но если сейчас две энергии, я буду уже злиться. Нет, все хорошо. Три энергии. Уровень пройден полностью. Так, переходим к 12 уровню. 90 у нас кликов. Ох ты, ничего себе, сколько проводов. Вот как их все успеть, я не знаю. Нет, это не так, точно. Точно не так, потому что остается какой-то проводок. Ага. Это поворачиваем сюда, это сюда, вот еще один тройник у нас. Да блин, что ж такое, вовремя не могу остановиться. Да, все, но только, по-моему, мы медленно все это сделали. Скорее всего, нас опять обломают. Да, видите, две энергии, опять придется переигрывать. Что ж такое. Итак, уровень 12. Ну, по-моему, что-то похожее уже было. Или я ошибаюсь? Не, как-то здесь что-то не то у нас. Не-не-не. Это придется вниз вести. Или вообще с другой стороны провода. Точно. Что-то я как-то не так сделал. Каюсь. Опять не то. Лампочка. Ага, и здесь вот. Не, давайте, друзья, переиграем, потому что сразу... Сразу ничего не получается. Так. Ага, это типа подсказка. Ну что ж ты сделаешь? Ну вот.
Ага. В общем-то, нечестно это все, поэтому пробуем еще раз. Как-то сразу не пошло почему-то. Вот, я увидел. Надо вначале увидеть, как оно все устроено. Хотя, нет, тоже не так. Какие-то уровни очень сложные пошли. Так, пробуем. О, вот, отлично. Сразу тоже казался очень-очень сложный. Все-таки с тремя энергиями мы его прошли. Ну, хоть не с первого раза, но все равно молодцы. Итак, у нас осталось уже 4 уровня. Наверное, самые-самые сложные. Поэтому давайте не будем терять времени и начнем их проходить. Уже даются нам 2.10 времени. Так, скорее всего, здесь придется вот так вот ставить цепь. Тут столько уже тройников, прям много. Смотрим, сколько мы уже 4 лампочки зажгли. Осталась одна. И немного времени. Все, молодцы. 168 тысяч очков у нас. Опять у нас больше не было еще. Великолепно. 3 энергии. Симка с ноликом довольны. Что они нас так научили, что у нас все получается. Ну что, остался третий с конца уровень. То есть осталось 3 всего. И ставим 14. Так, я опять не успел увидеть, как тут все устроено. А, нет. Скорее всего, это не сюда. Тройник. Может быть, вот так вот. Вот, хорошо. Что-то похоже на правду. Ой, перекрутился. Вот, смотрите, правильно угадал. 4 лампочки, все светят. И 3 энергии с первого раза. Молодцы. 169 тысяч очков. Ну что, это как бы второй уровень призовой. Серебро. Играем в него. Так, и тут всего 2 лампочки. Но, наверное, они сложные. Хотя, вот смотрите. Видите, начало вообще легкое. То есть одну лампочку мы зажгли сразу, но зато на вторую нам придется потратить много времени. Хотя я бы не сказал, смотрите. 2.02 мы, у нас еще осталось. И 204 тысячи очков. То есть это такой был уровень вообще разминочный. Может быть, последний будет очень сложный. Ну что, давайте сейчас об этом узнаем. Приступаем к выполнению 16 уровня. Напоминаю, он у нас последний. И за него дают аж, на него дают аж 2,5 минуты. Ну что ж, надеюсь, он оправдает наши ожидания. Так, ну много очень запчастей разных. Так. Не знаю, не знаю, пока мне тяжеловато. Так, вот вторую лампу зажгли. И вот третье. Все, интересно, мы вложились или нет? Да, 3 энергии. Молодцы. С первого раза прошли последний уровень. Он, по идее, должен быть самый сложный, но, по-моему, у нас были сложнее уровни. Но ничего. Смотрим эпизод 1. 45 из 45. То есть мы с вами вот все уровни прошли с 3 энергиями. Разве мы не молодцы? И вот у нас рекорд. 202 тысячи. Итак, друзья, у нас полная версия, поэтому нам доступны вот второй эпизод и третий эпизод. Когда-то выпустят еще, видно, четвертый, может, еще какие-то. А, поэтому мы с вами на сегодня будем наш обзор завершать. А в следующей серии поиграем, это мы играли с ноликом, а в следующем эпизоде поиграем Симка. Эпизод номер 2, там, по-моему, что-то связано с компьютерами. Подключать будем, наверное, компьютеры. Я не помню точно. Поэтому, если кому-то понравилась эта игра и наш обзор, то ставьте лайки, пишите комментарии, а подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить новые серии. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно. Всем пока!